Здравствуйте, мои почитатели, почитатели классных анекдотов. Это канал Анекдот ТВ и ваш бессменный ведущий Макс Дарк. Сегодня у нас анекдот про гаишника. Супер анекдот. Слушайте. Москва, Рублевское шоссе. Инспектор ДПС останавливает Бентли. Превышение скорости трехкратное. Бентли останавливается. Приоткрывается наглухо закрытое окно. Гаишник под козырек. Инспектор Петров, ваши документы. Из Бентли высовывается рука с 5000 купюрой. Инспектор прячет ее в нагрудный карман. Всего хорошего. Постарайтесь больше не нарушать. Из окна появляется следующая купюра того же достоинства. Будьте внимательны. Через два квартала еще один экипаж. Снова 5000. Вглядывается в номер машины. Я здесь работаю вторник-четверг с 8 утра и до 15. Я ваш номер запомнил. В эти дни можете ездить спокойно. Снова купюра в 5000. Счастья, здоровья вам, умных детей, успехов в бизнесе, чтоб собака на конкурсах побеждала и так далее. Снова рука с купюрой. Инспектор некоторое время стоит в замешательстве, затем прокашливается и произносит. Стихи.